Впереди едет оккупантская машина Z с надписями, с наклейками Z. Сейчас ему покажет Мишки раскозамбусы. Брызговиков нету. Z. Брызговики тоже, брат, оформляй, брызговиков нету. Салам алейкум. Короче, сейчас будет оформлять за брызговики. Также у него еще аварийная ситуация. У меня на видеорегистраторе заснято. Также будет ему оформляться. Три протокола. Ну вот это что такое? Это вообще беспредел. Вахтау еще. Я в шоке вообще. Я запрещаю снимать. По закону нарушителей снимать можно. Нет. А я не вас снимаю, я сотрудника полиции снимаю. Вы же не против, сотрудник полиции, то, что я вас снимаю?
Нет, не против. Я снимаю, ну я сотрудника полиции, у меня в кадре сотрудник полиции. Я сроду. Слушай. Сроду, я сотрудника полиции снимаю, разрешено. Оформляется ему 3 протокола. И вообще, по идее, наша стоянка бы не мешала бы. Это чисто, я сейчас сепаратизм, я тебе скажу. Не зажигайте тут сепаратизм. Межнациональную роль. Не бросайте словами такие. Межнациональную роль не разжигайте. И кто такой? Я гражданин. Казыр, гражданин, прекрасный. Аталган азаматка, акимшил хаттамаш жасақталат. Еще акимшил хаттамаш жасақталат. 3 протокола, ага. Шаг мишел хаттамас, жасақтал, автокөлік айып тұраққа жабылат. О, молодец, красавчики. Молодцы. Вот так работать надо. Молодцы. Так даже в пике нарушение, так, турничий протокол толтыратындай. Жүрмейсің, 2 жылға дейін жатасың сол жақта. Нечего саған? We'll be right back.
Бабалова кочка. А вот за баранину знал уже. Без паники, без паники. Не надо вот там в соцсетях, китватор типа после дождя, вахтау, асфальт упал, пропал. Бундай кирик жоқ. Бун барон специально. Мы нашли нефть. Нефть. Сейчас ведутся археологические раскопки. Как говорится, жана Казахстан, жана мунай, жана бюджет, жана коррупция. Она жана бюджет вылезти, ладно, там вот до туда только и все. Можно я пойду, у меня там тюльпаны поливать надо. А кто дома, дома? И такой на шару, эй! И такой на шару, эй! И такой на шару. Ешь, 7-2-9-2, а кто дома, дома? Корпусы наша хорошая жолчук акциясы аясында үйлердің сыртындағы шартамаларды кетіретін болады. Килограмм Казахстана ешкім көтерген жоқ. Жадыра деген қыз мына бара жатыр 200-ге. Cool dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En die schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden! Dennis Bergkamp! I don't believe what I've just seen! Troy Deeney has scored a penalty! He scored! That's what it takes. Take
is a form of art.